Здравствуйте. Я представляю картину. Называется «Две розы». Это картина небольшого размера. Но я вложил здесь мысль, которая меня всегда волнует. Две розы. Одна роза выпала из банки, и она как бы погибает. Другая роза осталась в банке, цветет. Фон мрачный, тяжелый. Все это навевает грустную мысль, что не всех одинаково на душе. Одним плохо, другим хорошо, радостно. Но все это время, все это обращаются темными красками, извилистыми формами, беспокойной листвой, темным фоном. Не знаю, может быть, я передал свое душевное состояние. В жизни бывает так, когда на душе мрачно, темно. Но в большей части, конечно, жизнь – это прекрасная вещь. Это радость, это восхищение природой, цветами. Но сейчас получилась такая картина. Вот и все.